Через поле и лесок едет к Мите воронок. Будешь ты, Митяй, батрачить. На Алексеича весь свой срок. Беда с этим Алексеичем, даже в строчку не влезает. А еще пузо отрастит, так и в УАЗик не влезет. О! Здоров, Алексеич! Ты точен, как автобус, только маршруты у тебя неудобные. Участок, Митяй, каторга. Так, ты сам себе этот маршрут проложил. Так что не надо на жалость давить. Короче, дарю тебе еще 10 минут свободы. Пока я по своим делам смотаюсь, ты стой здесь. Шаг влево, шаг вправо, побег. Я скоро. Вот она! Дмитрий! Свобода по-милицейски! Ушел, я ушел! Хлеб купи! Здорово, Дмитрич! А что у тебя с рукой? Не с рукой, с головой. Дал тебе дураку стремянку, а когда забрал, не проверил. А нечего с больной руки на здоровую перекладывать. Лучше бы инструкцию почитал, как стремянкой пользоваться. Митя, не заводи меня. А я тебе говорю, сам сломал. Теперь не переспоришь. Может, и я сломал, извини. Хотя, с другой стороны, своя польза в этом есть. Жена меня уже 2 недели не пилит. Я вроде как на больничном. Ну вот видишь, как тебе повезло. Хоть бы спасибо сказал. Вот почему? Одним в жизни все, другим ничего. Вот если бы мне кто-то руку сломал, то... Ладно, некогда мне тут с тобой разговоры разговаривать. Мне нужно еще в поликлинику успеть до обеда гипс снять. Пока. Родненький, я зачем тебе в поликлинику? Я ж 2 года в армии фельдшером отрубил. Сейчас снимем, гавкнуть не успеешь. Митя, оно ж только зажило. Да нет, да пойдем, пойдем. Митя. Сейчас за одну секунду. Митя, может, да не надо. Нет, Митя, будь хорош. Дмитрич, вон сек. Ну вот видишь, как новенькая. Скажи спасибо, что у нас медицина бесплатная. Где бы еще тебе за 0,5 литра гипс сняли? Давай, неси, неси. Забыли, не заржавей. Давай. О, приехала безжалостная машина правосудия. Проезд оплачивать? Ты что, забыл? У тебя ж проездной. Декадный. Садись, балабол. Просыпайся, каторжанин. Приехали. О, кафе! Молодец, Алексеич! Выходит, это про тебя говорят, оборотень в погонах. Чё? Ну, ты с виду как бы милиционер, а внутри все-таки человек. Правильно? Человека сначала покормить надо, а потом уже эксплуатировать. Вот и знакомься с местом своей эксплуатации. Не понял. Сегодняшнюю трудовую повинность будешь отдавать общепиту, Митяй. Так что из-за этого в другой район надо было ехать? У нас что, своих кафе в кучу ура нет? Откуда разнарядка пришла, туда и поехали. А нашему району ты и так ущербу нанес на пол бюджета области. А сумка тебе зачем? Да так. Шестой, ответь базе, шестой. База, шестой. Шестой слушает. Шестой, в районе объявлена операция «Перехват». Гони на трассу, шестой. Там уже дежурит ГАИ. Подстрахуй их, как понял, шестой. Шестой понял. Сейчас буду. Значит так, Митяй, дуй сам, найдешь директора, скажешь от меня. Только я тебя умоляю, сегодня без этих своих фокусов. Да, Митяй, а в сумке что? Та так, тормозок, то да сё там. Напрасно, я там договорился, тебя покормят, а будешь хорошо работать, и с собой дадут. Алексеич, ты это, береги себя, под пули не лезь. Да выезжаю, выезжаю, база. И позывной, Алексеич, смени, а то шестой. Как-то некрасиво. Митяй, иди в общепит. И хорошо работай. Давай. Давай, Алексеич, береги себя. О, мент уехал, дождь закончился. Хорошо, работать у нас сегодня не получится, потому что...
Здрасте. Я это из милиции. Из УПЭП? Но можно и так сказать. Ну так это... Проходите, присаживайтесь. Я спешу вас заверить, что у нас здесь все в полном порядке. Но давайте это мы будем решать. Все у вас в порядке или нет. А сесть мы всегда успеем. А что у вас с рукой? С прошлого задания. Открытый перелом. Секретная разработка. Чик-чик. 100-зарядный винчестер. Скрытая камера. Маленький лазерный луч. Микрофон. Терминатора видели? Конечно. Отдыхает. Внимание, внимание, начинаем операцию. Всем службам подтвердить готовность. Спецназ, готов. Снайпер, на позиции. Скорая, на подъезде. Священник, с Богом, ребята. Заходим на объект. Готовность номер один. Ждем гостей. Повторяю, ждем гостей. Товарищ полковник, чехонь на месте. Какой я тебе полковник, идиот? Виноват, товарищ Бельдюга. Опусти руку и сядь на место, что ты застыл, как памятник? Жди клиента. Товарищ Бельдюга, клиент прибыл. Опусти руку, идиот, тебя и так слышно. Сядь на место, придурок. Внимание, начинаем операцию «Рыбный день». Начинаем операцию «Рыбный день». Что за тупое название? Кто его придумал? Я, идиот. Товарищ Бельдюга, шикарное название. Хватит слышит? Болтать, пошла, чухонь, давай, 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 давай. Выходим на позиции. Слушай, запоминай, изображение со спутника поступает тебе прямо на очки. Это «Черный брат». Он же «Рыжий лис», он же «Желтый тюльпан», он же «Зеленый змей». 6 судимостей, 5 побегов, 3 высших образования, 48 размер ноги, 260 друзей в одноклассниках, непереносимость лактозы. Будь осторожен, сынок. Есть! Договаривались. 4 килограмма отборнейшего дерьма. Пробовать будешь? Каспийская? Чистейшая, брат. Настоящая икона, а не то, что дунайское фуфло. Хорошо, беру. Что за хрень, что здесь происходит? Где мой товар? Братан, спокойно. Твое дерьмо у меня в машине. Эй, что за хрень? Что здесь происходит? Где мой товар? Не кипишуй, бразер. Товара мне хватит на всех. У меня полный багажник этого дерьма. Это мой багажник дерьма. Это мой багажник дерьма. Это мой багажник дерьма. Ребятки, вы кто такие? Это вы кто такие? Нет, это вы кто такие? Это кто такие? Это кто такие? Это кто такие? У меня автомат! У меня автомат! У меня автомат! Я буду стрелять! Я буду стрелять! Я буду стрелять! Это кто такие? 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 Господи! Стоять! Не двигаться! Вы арестованы! Руки за голову! Я кому сказал руки за голову? Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Вы арестованы по подозрению в совершении экономических преступлений. Отдел по борьбе с организованной преступностью. Вы арестованы по подозрению в создании преступной группировки. Рыбный отзор. Подозрение в браконьерстве. Это не дело.
Я за ним иду по следам уже полтора года. За этим ублюдком. Так что он мой! Мой! Он мой! Потому что я год работаю под прикрытием, торгую комсой вонючей. Он мой! Мужики, меня из-за вас премии лишат. Можно я его арестую, а? Эй, пацаны, я хотел... Да подождите ты! 25 лет капитана! Мужики, 25 лет! 3 года до пенсии осталось. Я его должен взять, слышите? Понимаешь, у меня 2 строгача! И очередь на квартиру! Так что он мой! Дайте мне его взять! Мужики, его должен взять я! Потому что меня уволят! Эй, от меня пацаны! Да, подожди ты! Все, давай по чесноку, давайте. Камень, ножницы, бумага. Давайте. Все, погнали! Раз, два, три! Нет! Еще раз! Ты что-то по... Раз, два, три! Ну что? А что? Да присядь же! Давай! Чувак, клиент ушел! Все! Да посидирай! Чувак, мы сорвали операцию! Раз, два, три! Что вы делаете, придурки? Вот такая опасная работа у нас. Понятно. А вот мне? Роман Семенович. Роман Семенович. Непонятно. Почему такой бардак развели? Улыбаемся камере. Вы когда последний раз пожарную пропитку делали? В мае. 54-го, когда строились, тогда и делали? Вы, кстати, предписание министерства от 2.08 выполняете? Да. Нет такого предписания. Пойдемте. Роман Семенович. Ну, Мишки, хорошо. Хорошо. А олень лучше, а это? Туалет. Правда, он не работает. Могли бы не говорить, за версту слышно. Что ж у вас ничего не работает? Директор не работает. Кстати, где он? Я здесь. А что ж вы не работаете? Людей кормите черти чем. А у них расстройство, а туалет не работает. Людей не хватает, средств не хватает. Совести. Совести у вас не хватает. Пойдемте. А здесь у нас что? Здесь проходят свадьбы, банкеты. Народу нравится. А вам тоже. Берете деньги черным налом? Ни в коем случае, только через кассу. Вы по образованию не врач? Нет. А что же вы меня тогда лечите? Вы что, думаете, я не знаю, как это делается? Директор по образованию не врач, но меня лечит. А это что такое? А это строительный мусор. Обещали одного человека прислать. Как бы для общественных работ. Да вы что, с ума сошли? Тут тонна, не меньше. А если я спину сорву? В смысле? Я. В смысле? Он. Я себя от народа не отделяю. Человек и так наказан. А вы ему еще каторгу устраиваете? Роман Семенович. Нехорошо, Роман Семенович. Рис. Рис-2-3. Рис. Я что-то не понял. А что, офицеров нет? Никак нет, Дмитрий Александрович. Плохо. Исправимся, Дмитрий Александрович. В караоке офицеров нет. Ну что, буду вынужден доложить все как есть. Дмитрий Александрович, может, как-нибудь договоримся? Где ж вы видели, чтоб госслужащий в нашей стране брал взятку? Какая взятка, Дмитрий Александрович? Что с вами, Дмитрий Александрович? Синдром. Какой синдром? Кирющенко. Я 20 лет назад в военной разведке служил. И однажды во время выполнения секретной операции потерял сознание. Прямо в тылу врага. Как и на кого меня обменяли, не помню. Но очнулся я в секретном госпитале ГРУ. Дмитрий Александрович? Дмитрий Александрович? Дмитрий Александрович. Я умираю. Что вы сплюнете? Выздоравливаю. Сплюньте 2 раза. Не волнуйтесь. Жить вы будете. Долгой, но очень мучительной жизнью. Что со мной? У вас уникальная, очень редкая болезнь. Какая? Так называемый синдром Кирющенко. Вы 2-й случай во всемирной медицинской практике. А первый кто? Ну как кто, Кирющенко? А он? Ну, есть и хорошая новость. Какая? Теперь этот синдром будет называться синдром Кирющенко-Буханкин, и о вас узнает весь мир. Что же это за болезнь-то такая? Давайте вам объясню на доступном вам языке. Вот это печень здорового человека.
А это ваша печь. О, так моя ж поздоровее будет. В этом вся трагедия, дорогой мой Дмитрий Александрович. Ведь функция печени заключается в чем? В чем? В детоксикации организма. Говоря простыми словами, в выведении вредных веществ. Так это здесь ошибочка. Дело в том, что я не злоупотребляю. И в этом ваша главная беда, дорогой мой Дмитрий Александрович. Ведь когда в организме кончаются вредные вещества, наша печень делает что? Что? Принимается за здоровые. А по нашим анализам, их в вашей крови как где? Где? Как в березовом соке. То есть? То есть нет. И что делать? In vino veritas, то есть... Будем лечить. А это что? Это ваш единственный шанс на спасение. Только регулярное употребление этого приведет вас к нормальной, полноценной жизни, дорогой мой. Я вам выписал рецепт на всю оставшуюся жизнь. Утром натощак 200 граммов крепленого красного или белого, а лучше и того, и другого. Ну, такой своеобразный утренний микс. Затем 3 раза в день, за полчаса до еды, 100-150 водочки. И после еды 500 миллилитров пива. Обязательно. Ну и 5-звездочного коньячку как можно чаще. Вместо аскорбинки. Пейте на здоровье, Дмитрий Александрович. Что это? Что со мной? Не волнуйтесь. Вы выздоравливаете. Ну, из разведки пришлось уйти. А куда податься, чтобы боевой опыт применить, и чтобы пить на рабочем месте можно было? Ну, конечно, в милицию. Короче, подведем итог сегодняшней проверки. Первый пункт. Техника безопасности. С техникой безопасности порядок. Да. Второй пункт. Санитарные нормы. С санитарными нормами вроде тоже разобрались. А вот условия хранения продуктов меня очень беспокоит. С условиями хранения продуктов у нас все в порядке, не беспокойтесь. А я не могу. Не могу. Работа у меня такая, беспокоится. Поэтому подготовьте мне, то есть не мне, а для анализа, образцы ваших продуктов. Все уже готово. Леночка! Занесу. Спасибо, Леночка. Вы можете быть свободны. Нет. Общение с персоналом для меня очень важно. Присаживайтесь, Леночка. Выпейте что-нибудь? О, нет. Пить. Я на рабочем месте. А сегодня можно. Даже нужно. Давайте выпьем за... кадры. Они у нас решают все. Чуть не забыл. Вот, еще один пакет для вас и вашей семьи. Да ну что вы, Роман Семенович, не стоит. Ну, разве что для семьи. А у вас, Леночка, есть семья, муж, дети? Да, и семья, и ребенок есть. И муж директор. Да. Плохо. Очень плохо. Я имею в виду плохо, что один ребенок. Один ребенок, один пакет. Ага. 2 ребенка, 2 пакета. 3 ребенка. 3 пакета. Ну, а в моем случае... А в вашем случае что? Августа! Есть! Авдотий! Есть! Алевтина! Я! Автандел? А он в комнате, плачет. А что он плачет? Что такое? Я бы тоже плакал, если меня Автанделом звали. Так, не умничай, Альфред. Па!
Что тебе, Ярик? А можно я отмечусь и пойду? Потому что ребята опять без меня на Вечку уедут. Нет, нельзя. Перекличка для всех обязательно. Строго по алфавиту. Яков ждет, Едвига ждет. И ты подождешь. Понял? Вот так. 8 детишек, что ли? Или 16. Да вы погодите, дайте до конца рассказать. Ну-ка быстро все сели за стол, пока не поедите и никуда не пойдете. Мить, скажи, началось. Что начало? Вроде ж вечером даже. Да я не про футбол, Мить. Кажется, роды скоро начнутся. Ой, давай, подожди, переоденусь, да провожу. Давайте. Ты ничего, Мить, я сама. Мить, главное, детей береги. Хорошо. Чтобы папу все слушались, поняли? Слышали, что мама сказала? Вот так, подожди, держи. Давай провожу, а то что... Аккуратно. Надо было хоть шире подкачать. Ой. Давай, не волнуйся, рожай спокойно. Помаши маме ручкой. Мальчик, девочка? Семерня. Как семерня? Да вот так вот, семерня. Опять. Как опять? Вот мать, не хватало нам для полного комплекта льва. А теперь аж целых 7. Ну ничего, зато на старости лет будет кому стакан воды принести. Ох, и напьюсь я на старости. Ну а шо, дети ж они как цветы жизни. Но главное счастье, когда у цветочка появляются свои пестики, тычинки. А! Кстати, старшенькие звонили. Хотят внуков на лето привезти. А ты шо? А шо я? Конечно, говорю, привозите. Шо ж мы... 30 справляемся, 40 не управимся, шо ли? Как 40? И все здоровенькие, что ли? Да погодите вы, собьюсь, а потом опять сначала все рассказывать. Кстати, Мить, я это временная, кажись. Да кажись или точно? Кажись точно. Ласточка ты моя. В общем, как говорится, дети – это наше все. Так что все и несите. Алексей, сказал бы хоть что-нибудь. А то такая тишина, что, по-моему, у вас уже трое родилось. Ну, Роман Семенович, давай прощаться. Давай, родной. Порядок. Это, конечно, дело важное. Звони, не забывай, звони. Каждый день кому-нибудь. Шо ты застыл, как экономический рост в Молдавии? Поехали, поехали! 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 Митяй, у меня к тебе два вопроса. Что вот это? И что у тебя с рукой? Вот это производственная травма. А вот то компенсация. Ты сам сказал, что покормят. А если хорошо работать будут, то и с собой дадут. И, по-моему, как я отработал, вопросов быть не должно. Все, встретимся в одноклассниках. Поехали! Добрый вечер. Добрый. Вы Роман Семенович? Да, а что? Давайте договоримся так. Вопросы здесь буду задавать я.